После паузы, вызванной сборами национальной команды Беларуси, возобновляется чемпионат страны по гандболу среди женских команд. Гомель завтра на паркете Дворца игровых видов спорта в областном центре играет с Березиной. Начало 18:30. В воскресенье 7 октября в гости к команде Томаша Чатера пожалует столичный БНТУ «БелАЗ». Первый эпизод главного противостояния женского клубного гандбола стартует в 17:00.